В эфире программа «Маркони Аут». Хабаровск и Тихановская. Это невероятно весело. У меня в этой тусовке за 10 лет два врага было. Ты и Розенбаум. А все, что он сейчас сам будет говорить, он сам дома приготовил. Сколько стоит корпоратив сейчас? Около миллиона рублей. От миллиона? Да, конечно. Вы немало берете. Мы играли в КВН. Ну. Ты единственное, о чем думаешь, а как бы в этой игре подойти, ударить младшего по лицу? В Реутову вы смеялись про власть, а сейчас как будто вы стебете оппозицию. Как ты топишь всех подряд? Блин, мы боимся высказываться, потому что мы боимся потерять спонсорские контракты. Столько времени управлять такой страной. Круто. Придет папочка и всех выебет. Вклеить в паспорт фотографию Александра Гудкова. Клеим момент. Ах ты, блядь.